Казахстана, да, Энди, я из Казахстана. Привет, Иван. А ты откуда, Энди? Что ты в Казахстане станешь? Вот ты, мальчик, спасибо. Грин, благодарю. Иван, все супер, спасибо огромное, как ваши дела, Иван. Скажите, пожалуйста, в рекомендации где? Ведущие, надо поднять настроение с помощью подарочка. Ой, спасибо! Ведущий сидит тут, плачет. Не, на самом деле у меня красные глаза, потому что я только что готовила еду и резала лук, поэтому мне еще глаза не отошли. Привет, красавица! Привет! Как тебя зовут? Ваня? Ванек, здравствуй, как настроение? Bad boy! Hi! Спасибо! Thank you! Bob? Bob? Really? Эгоист! Спасибо огромное! Спасибо огромное! I'm shocked, Bob! Bob вообще там, я не знаю, года три назад последний раз заходил. Конишуа! Конишуа, кавайи! Трей... Трейбек. Sorry, what your name? Yes, Bob, yes. Давненько не виделись. One second. Рада вас видеть. Велди, спасибо. Как дойти? Танки шон. Я уже запуталась. Танки шон. Давайте, ребят, у меня есть такие вот ушки. Прекрасные. Прекрасные ушки. Так. Винцеслав, благодарю за лайки. Thank you for the like. Как проходит ваш день? 一日の調子はどうですか? Почему три семерки? Энзи, три семерки – это мое любимое число. Просто вот три семерочки, мне нравится. Это как будто бы, знаешь, цифры победы. Ну, сегодня и посмотрим, да? Будем мы в батлах выигрывать, сегодня проигрывать. Все-таки это цифры победы или цифры провала. Thank you so much. Я с 7-го года, значит, у нас судьба. Энди, а ты откуда будешь? Девочек. Кэт Кис. Ребят, послушайте, пожалуйста, по экрану. Город Мюнхен, Бавария. Гутен так. Добрый день, у вас же день. Санек, здравствуй, как настроенечко твое. Спасибо, мои хорошие, за лайки. 4,5 уже, вау. Хорошо разгоняемся. Просто замечательно. Работа. Хорошего тебе рабочего денечка. Когда успеваешь в эфире сидеть, скажи, пожалуйста. Или такая работа, что позволено, как сказать... Свободное время есть, кто меня зовет в эфир. Какой у вас рост? 1,64 м где-то. Ну, средненько. Как бы и не супермодель, не высокая. За рулем. Окей, я поняла. Ну и еще как бы за рулем вообще нельзя. Как твои делишки?
ребята, ставим сундуки, разгоняем эфир, ставим сундучки. У кого там завалялись сундуки свободные? Хорошо. Чем занимаешься, Рома? Green, вижу лайки. Пойдет, 1.64 брови, какие красивые. Чего я жду? В смысле, чего ты ждешь? Я не знаю, чего ты ждешь. К Астане подъезжаю. Окей. Откуда, с Караганды? Спасибо за сундуки. Завтра нужно быть в Алмате. Долгая дорога тебя ждет. Обсуждается. Энди пишет.